Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас мастер-класс простых, нежных и по-настоящему весенних резиночек с тюльпанами. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение о данной работе, понравились ли вам резиночки или же нет. Мне данная работа безумно понравилась. Такие резиночки делаются просто, быстро, а смотрятся шикарно. Для работы нам понадобится иранский фоамиран толщиной 1 мм, репсовая лента шириной 4 см и кружево. Для тюльпанов нам понадобится шаблон размером 4,5 см. Шаблон прикладываем к фоамирану, обводим и вырезаем. Тюльпан наш практически готов. В качестве стебля у нас будет проволока, и мы ее обмотаем тейп-лентой. Тюльпаны собираем в небольшой букетик и скрепляем при помощи проволоки. Листья я делаю на глаз.
Отрезаем небольшую полоску иранского фоамирана шириной не толще 1,5 сантиметра. Вырезаем наши листья и обрабатываем при помощи зажигалки.